Устанавливал по инструкции с сайта. Вот прям в те же места, куда рекомендовали, на дальний свет, в пол накала. Ну и, соответственно, также я установил и сам блок ДХУ. Засунул его между релюх. Вот так это выглядит на месте. Ну все, в принципе, установил. Проверяем теперь. Ну и вот они зажглись. Здесь, соответственно, ничего не отображается, но если поморгать, то можно. Моргает четко. Ну и, соответственно, если я переключаю габариты, ближний свет включается. Плата отрабатывает на все 100. Ну и вот так вот вообще абсолютно не светит. Это 40% накала я выставил. Ну, пока только так могу показать. В общем, будем заводить. Заводим. И вот на стенке будет видно, когда загорятся. Вот они сейчас плавно загораются. Точно так же я вот глушу машину. И они плавненько гаснут. Все. Да.